Следить за порядком на российских дорогах – их призвание. Сотрудники Ненецкой госавтоинспекции принимают поздравления к профессиональному празднику. Ежегодно в России его отмечают 3 июля. У Дорожной инспекции Ненецкого округа в этом году праздник двойной. Ведомство отмечает 80 лет. Датой образования отделения ГИБДД в Ненецком округе считается 1959 год. Тогда в органах внутренних дел Ненецкого окр-исполкома была введена первая штатная единица дорожного инспектора. На эту должность назначили Филиппова Геннадия Захаровича. В его обязанности входили учет транспорта, выезд на дорожные происшествия и проведение профилактической работы на предприятиях и организациях. Как говорит его последователь Юрий Казанцев, первые инспекторы дорожного движения строили с нуля всю систему работы подразделения. Буквально, когда в 1993 году субъект стал федерацией отдельной, мы вышли из состава управления Архангельской области и стали как самостоятельный орган. И началось с того периода формирования подразделения как отдельного органа субъекта федерации. Буквально с 1994 года у нас сформировалось отделение РЭО ГИБДД. Потом пошло формирование отделения самого ГИБДД. Сформировали взвод ДПС, который сегодня существует. Потом пошли вспомогательные службы. Это технический надзор, ДОР-надзор, группы формировались. Потом пошли там инспектора по пропаганде, это все приходилось. Тот период, у нас действительно, чтобы базы никакой не было, мы здесь находились в этом здании, в небольшом кабинете все располагались. В связи с тем, что было увеличение, нам порекомендовали здание поселка Искателей, где пожарная часть, второй этаж. Мы там начали с того здания полностью перебрать по свои уже требования по ГИБДД. Потом было строительство материальной части, это гаражи, потом пошли приобретаться автомобили для подразделения ГИБДД. Вот так в тот период все начиналось. Тогда еще на улицах Наринмара было больше пешеходов, нежели водителей. Сегодня обстановка совершенно другая. Согласно статистике, по дорогам города ездит порядка 15 тысяч машин. Интенсивность движения отражается на работе дорожных инспекторов. Служба идет днем и ночью. Сегодня Государственная инспекция безопасности дорожного движения – это мобильная и оснащенная служба, в которой трудится более 60 человек. Много так называемых крутых на дорогах. С каждым из них вам надо разбираться, с каждым, каждого из них поставить нормальное положение, чтобы они аккуратно ездили на автомашинах. Сложно. Да, бывают и недовольные. Да, бывает всякое в нашей службе. Но мы с вами стараемся преодолеть все тяготы, лишения вот этой нашей службы. В преддверии празднования 80-летия со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ОМВД России по Ненецкому округу состоялось торжественное поздравление сотрудников и ветеранов ведомства, а также вручение наград и благодарственных писем. Дорогие сотрудники госавтоинспекции, уважаемые ветераны службы, поздравляю вас с 80-летним юбилеем образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, вежливых водителей, безопасных дорог и мирного неба над головой. В завершение торжественного мероприятия начальник управления вручил сотрудникам и ветеранам ведомственные медали, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Валентина Чибичек, Елена Семеновичева, Антон Выдряков, телеканал «Север».